Здорово, народ. Сегодня у нас небольшая такая экскурсия с одного объекта на другой, так как со следующей недели тоже буду это все иметь на своей этой, как его, своих обязанностях. Так это. Так. Заехал взять ключи, там коды и карты, все такое, это что уже я его раньше обслуживал, тоже подзабыл. Ну а сейчас это район называется Hostivar. Едем это, едем опять туда, где были вчера, на красивую и вкусную фирму Nestle. Так, вот этот дебильный такой выезд. Вот, ну там сегодня последний день. И сейчас вот это вот прокатимся. Посмотрим, что там к чему. Вот это вот тоже вот справа. Вот это тоже наше. Вот этот вот склад обслуживаем. Вот. Тут коллега работает, но он тут два дня в неделю потом. Совсем по чуть-чуть часов. Так я это его заберу в среду, пусть ко мне придут в гости, кофейку попьем. Вот дизель у нас тут 33 кроны почти, да, 32,90. А вот это этот вон справа дымит, который это у нас этот мусоросжигательный завод, но он как-то там напоен на систему или подключен к системе то ли отопления, то ли обогрева воды. Что-то как-то так. Я детали не знаю, не сталкивался. Но вот туда все мусорные машины едут туда. Едут к нему. Так, эта улица называется, если перевести на русский язык, промышленная. Много чего всякого эти. И фирма Линде, которая делает этот газ разный всякий. И для сварки, и для охлаждения какого-то там, и для больницы, кислород. Ну, все она делает. А мало того, что она делает газ, она дает еще в аренду свои баллоны. И заправляет только в свои баллоны, потому что она не хочет, типа, чтобы их недорогое оборудование взорвалось от ваших каких-то непонятных баллонов. Ну, вот так вот они работают. И зарабатывают они, наверное, больше на аренде баллонов, чем на газу. Ну, вот так. А там немножко дальше находится. Нам сейчас съезжать будем на магистрали. И опять поедем на наш знаменитый мост, которые ремонтируют, я вчера рассказывал. Вот. Здесь торговый центр есть. Тоже там дальше вот это вот есть. Это ж вот вот называется Fashion Arena. Fashion Arena, да, или как она правильно называется. Вот. Но это outlet. И туда все вот эти вот межсезонья, сезонья, когда заканчиваются все какие-то коллекции, и туда вот. Тут, в общем, скидки, ну такие, серьезно, я как смотрел, то что стоит работяга себе такое позволить, как бы, ну не должен, не может или не хочет, ну от каждый мы как зависим, да, вот, но тут вот можно купить все что угодно, брендовых этих фирм, там или, да, как бренд, ну брендовые, ну по нашему значке, а про это брендовые товарные знаки, да, или как так сказать. Блин, тяжело вспоминать русские слова, которые не используешь, блин. Вот, то это, то вот сюда вот все ломятся. Ну, там как бы внутри такой парковка, внизу, вверху, да? Нет, вверху, внизу, да. Ну, и по кругу магазины, блин.
Своего рода торговый центр, ну вот со скидками. Так что вот так это там происходит. Ну а приехали мы, если ехать дальше прямо, то мы приехали с нашего спального района туда дальше прямо. Ну а сейчас нам надо съехать, потому что мы едем в другое место. В другую часть нашего города. Так, где-то полиция моргает. Так, успеем повернуть? Я думаю, что не успеем. А, я пока зеленый горит. А, не успели, но рисковать не будем, пусть едут. Вот такие пробочки тут. Ну, и в основном постоянно, вот в этот туда съезд этот. Быстро пустят в правый ряд. Вот здесь все такие серьезные чуваки. Пускают сейчас поворот только включим и поедем, и вот нас куда-то кто-то нас там пустит. Пускает, пускает. Шкодовка, шкодовка. Ну, мы его поблагодарим. Так, ну вот сейчас нам 11 километров ехать по прямой. Болевый ряд, если переедем, то это... То вроде как еще будем ехать. А там будет мостик. И это, ну, нам сейчас надо камьоны, чтобы это переехать на другую сторону. Потому что этот ряд камьонинский. Так, Porsche не пускает. Ну ладно. Ford пустит, а Ford тоже не пускает. Ну ладно, раз ты такой этот жмот, блин. А нет, это Peugeot. Ford пустил. Поблагодарим. Так, ну все, ребята, это объездная. Магистрали такие вот по Праге. Вот, куча их тут таких, вот, Пражский округ и вот эти вот, Местский округ, Пражский округ, и погнал. Тут как бы ничего такого займавого нет, или интересного, да, сколько тут, тут 35 дизелей, видите, там 32, да, 32 было, 33, не помню, что-то, 32 вроде, ну, 35, ну, магистраль местная такая. Объездные всякие, ну.
Алексей куда-то едет. Опусеет. Вот и пробочка в другую сторону, да? Ну, сегодня у нас такая небольшая обзорная экскурсия по объездным города Праги. Города Прага, да? Правильно же так склонение должно быть. Города Прага. Хорошо, блин. Быстрее с этой точки мы едем, чем с этой, чем с той другой. Чем с дома, говорю, с той другой. Чем с дома на работу. Но правда вчера как-то мне повезло. Немножко был проблем на работу, туннеля регулировали. А вот назад вообще была красота. В прошлый раз я доехал за 43 минуты, а вчера за 34. В самом конце только... В туннеле была пробка. О! Перехвалил. 7 километров еще ехать, и они что-то тут подтормознулись. Особо рассказывать нечего, дорога, да и все, поэтому молчу. Объездные, окружные, и тут бочки на этот, как его, на, ну, МО, это местный округ, местный, вот, а это вот, это такой, который город, вот эти ж тут направления, куда съезд, куда чего, ну, сильно много тут рассказывать нечего. Но когда пробка, вот по левой стороне, вот это стоит. Аж сюда вот это все стоит. Вот аж до сюда. Вот это возле этой стены, это все тут стоит. Так, мы еще прямо едем, еще прямо. Прозевать. Это позавчера прозевал и лишних 8 километров нарезал дом. Да, там где вот эти вот съезды, наезды, всегда вот это такое. Еще камьон когда попадет, блин. Езжай. Электрический Мерседес. Тут прозевал, хотел глянуть тоже сколько. Я так понимаю, если с этой стороны мы сейчас будем ехать, мы не заедем туда, потому что там съезд закрыт, блин. Сейчас будем объезжать, разворачиваться, блин, с этой стороны.
Ну да, стопудово. Это они в этом году ремонт этого моста, они закрыли это. Они его закрыли. Они его закрыли тут. Эти съезды. Точно. Ну ладно, придется крутиться, что сделаешь. Ничего не зарубишь. Так, 1.5 километра до поворота, ну и это там все начинается. Мост нас будет тормозить. За мостаж поставили временные ограничения, блин, 60 километров. Какой 60, если мы едем 20, блин? Не, 28, соврал. А ну, сколько мы в час у нас, насколько у нас сейчас упало для интереса? Уже на 37, было 41, когда я рассказывал, какая средняя скорость. Уже на 37, вот из-за этих пробок всех, блин. Чего не сделаешь? Будет еще меньше. Ну вот все, вот наш. Нам написали, что это движение ограничено. Осталось нам ехать еще до поворота километр, блин. Тоже 35, да? Солярка 35. Ну, что говорить? Магистраль.
по-другому, значит, едем. На мост не поедем. Я что-то про этот поворот забыл, блин. Ну, тогда вообще красота. Тогда мы мимо моста проедем, и все, блин. Супер. Я что-то выскочило у меня из головы, блин. Я думал, с моста будем поворачивать. Ха-ха. Ну, это вообще красотень. Как-то протормозил. Вот. Мой мостик объедем. Замечательно. И сейчас налево раз, и все. Да, вот, вот я тормознул, блин. А мост-то чуть дальше, блин. А я думал, за ним будем. Но перед ним, блин, там съезд направо. Все, красотень. Ну вот, все, мы дома, блин. Почти осталось совсем чуть-чуть. Где запарковаться. Правда, мы приехали сегодня на полчаса раньше. Может, и повезет. А может, и не. Вчера повезло. Позавчера искал. Но там пацаны подсказали, где запарковаться. Вот он, район Маджаны. Там мы проехали Браник. Проехали или еще нет? Что-то поворот я прозевал. Был поворот или нет? Налево. Да, был уже, проехали, да? Да. Вот. А, нет, вот он. Или нет, или проехал. Что-то я прощелкал, блин. Там пивовар был. Да, уже проехали, прощелкал. Вот. Мы уже проехали. Вот это здание отреставрировали. Это была коммунистическая, этот, блин, бетоновая. Что-то страшное. Вот им какое выглядит, как красивенько. Ух. Так, а мы уже почти приехали. Мы сейчас поворачиваем вот в этот справа микрорайончик. Строят. Приехали на фирму Nestle. Интересное здание такое у них. Это у них атриум внутри обалденный. Пальмы растут, там водопады, блин, ручьи, блин. Классно. Вон она черная такое. А это ж тут строительство идет полным ходом. Там это. Будем искать. Вот она, наша Nestle.
нету какой-то эспрессо. Так, ну вот сейчас тут будем искать. А, так сегодня, и сегодня нам повезло. О, здрасте, колхозники попоставали, блин. Что один, что второй, блин. Это двери и курва. Пане, не хотите завжить двери? Пане, можете завжить двери? Нехали двери отемжене. Я розумію. Нехали отемжене двери? Добрий, добрий. Я сейчас не выкручусь или выкручусь. Продале. Такое бывает. Но никто не сигналил, то хорошо. Так, ребята, приехал я. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.